прошу, дай мне право быть неправым, дай мне после все исправить, дай мне свет в темноте. Всем привет! Наконец-то добрался до этой резинки, которая стоит на распредвале с левой стороны, получается. Видите, у меня все тут в масле уже, вся коробка, все в масле. Ну, значит, воздушный фильтр я все открутил. В принципе, сложности никакой не возникает. Здесь болтик на 8, ключом на 10 откручивается. Шлангочки там отцепил. Здесь он просто одевается, воздушный вот фильтр, вот этот корпус. То есть я его снял без труда, без проволочек. А вот теперь вот смотрю, да, нам надо вот эту часть подвинуть сюда. Чтобы подвинуть, я смотрю, держит здесь два болта, откинул все вот эти вот с ЕГР, да, вот это вот у нас получается с воздушного, с массового расхода воздуха, и держит еще два провода. Вот. Здесь вот на шланочку здесь откинем, дай бог здоровья, кто придумал вот эти вот жгутики, как говорит мой друг. Но это ж не жгутики, а хомуты. Снимем декоративную крышку, открутим все, что держит эти провода. Поехали. Значит, открутила два болта, которые держат провода, которые идут на модули зажигания. Здесь с генератора я просто снял вот эту вот фишку. Здесь два болтика открутил. Это у нас идет там на форсунки, на втек. То есть здесь у нас получается два болта, вот здесь вот держат, вот они, разные причем. И здесь с другой стороны просто одевается на два штырька, то есть я немножко отодвинул и подвинул. Ну, здесь, естественно, шланг я снял. Все, я подвинул. Смотрите, сама крышечка, вот она. Вот. Она держится на двух болтах, которые закручены по диагонали. Сорвала обычным ключиком, плоским. На 10. У меня еще тут помощник. Он мне ключи подает, да, Персик? Так, подай мне на 10 быстро ключ. На, держи, вот он. То есть там 2 болтика на 8. Все, ребят, сорвал. Открутил я руками. Вот эти 2 болтика лежат. Видите, сколько много работы. Всего лишь маленькую резиночку поменять. Почему так сложно? Ну, нельзя было вот этот блок куда-то немножко там сбоку оставить, здесь пространство сантиметров 5. Достать трудное. Пришлось немножко отверточкой между ушком и головкой вставить. Ну и потихоньку она пошла. Вот так она вставляется. Надписи вот так вот, они должны быть ровно. Старая резинка разорвалась. Она вообще полностью сухая. А новая мягенькая, хорошая. Ну, теперь назад ее вставляем. В обратном порядке все это собираем. Так, и по диагонали потихоньку притягиваем, потому что я не смог засунуть до конца, чтобы не, на перекос не пошло, потихонечку затягиваем. Верхний, нижний. Все, собрал, завел, ошибок никаких нет. Будут вопросы, задавайте в комментариях. Всем удачи, пока.